где погонял, и все. Лысого? Боже, настолько очевидно было. Да, чё ты не договариваешь, я хуй знает. Так, клёвая мапа, кстати. Да, нормально. Квартир. Поехали. Take back to real. Нет, хороший рофл был, согласись. Да я просто говорил с ним много, и это... Ты не упустил возможность, как обычно. Не знаю, такая пауза еще возникла, хули. Меня что-то плавит. Дота сегодня, видимо, удалась. Я еще встал с утреца. По сути, я уже не сплю довольно-таки давно. Поэтому могу себе позволить. Нет. Я зашибись. Мне, кстати, сегодня опять дерьмище снилось. Как будто мне типа экзамены скоро надо сдавать. Блядь, мне часто такая ебать снится. Это вообще худшее, что может произойти. А, еще, кстати, тема одна была, я забыл рассказать. Короче, я на работе посидел за клавой, такой же, как у меня, только, ну, вроде такая же, только с подсветкой. И мне что-то показалось таким дерьмом. Может, я просто, не знаю, залипший был, не выспался. Но у меня просто мерещилось все в глазах, все что-то это. И я вообще по кнопкам, короче, не мог попасть. Ну, не те, короче, не по тем. Нажимал, не знаю почему. Я теперь вообще думаю, нужна ли мне подсветка. За бред, за подсветки клава-то то же самое. Ну типа просто смотрю на клаву и... Подсветка, это что-то из-за нее все рябит в глазах. Ну может я просто не выспался. А мне нтра. Или может был под наркотиками. Ну и подсветка какая дефолтная просто была, типа из зеленого цвета. Тут очко пробили. А, и мышка там, кстати, сука, была. Ненавижу! Зови. Ненавижу. Блядина. Это что, рофл такой? Мы с тобой норм катаем, я так понимаю. Чел просто сделал дырку, короче, в том же месте, где я был. Ну, прям рядом со мной. И я что-то долго раздуплял опять, как обычно. Да, кота неплохо. А слушай, а пульс тут норм, наверное. Блять, не простреливается. Слышит? Справать себя от хуйня. О, глаз. Пизда ему. Блин, ну ночью на этой мапе играть, это вообще, по-моему, лютый трэш. Днем еще ладно. Ночью ни хрена не видно. Бля, пульс, по-моему, всю игру снимает и сдохнет. Это что за хуйня? Чё? Чё это было сейчас? Он слева видит чел вообще? Агент 0815. В смысле? Ну вот этот, ты видел, как он просто встал и побежал куда-то, непонятно куда. А, у него ник такой? Угу. Я думаю, чё ты несёшь нахуй? Опять еще как-то неудобно, как будто сижу, что за бред?
Не надо было в душ идти. Бля, я пиздец как хочу в душ, я весь мокрый, скользкий, липкий. Обвисший. Кусь. Кусь. Все счастливо. Оставаться или просто? Оставаться, конечно. Ну смотри, сюда. Наверное. Сука. Да он ждет стоит меня, нет? Или другой же Челикс. Я просто там куснул два раза, чело. У вас еще 10 секунд. Ай, промазал. Это блядки. Не-не-не. Сорян. Я не дамся просто так. Че, они там подглядывают или нет? Тут вроде нет. Кусь. В попу. Ай! Короче, на первом этаже там чел стоит. На лестнице на этой. Окей. Бля, у нас нету шли термита? Есть, а хули? Надо разъебать все это. Так, тут еще, наверное, камера где-то. Ага, бля, ничего дауна. Во-первых, обычная камера. Почему они не могут? Почему, блядь, тащер у нас умирает первый? Почему они не могут разъебать стену? Есть информация какая-то на этот счет? Нахуй они вообще пипают это? Минус два. Кэнэ джаз дестроит. Че дестроит? Мьют, блядь. Ну, тащер у нас сдох, пидорас. Чисто уёбок. Бля, я мог бы, конечно, просто на морозе выйти сюда, но мне что-то так не хочется. Там внутри никого или что? Блин, почему они не ломаются? Спасибо. Блять, если тут слева сидит чел, то я рот ебал. Боже, ведь залез на стол, хрен знает куда. Не, ну тут я вообще не ожидал никак увидеть. Это просто лютый трэш. Там, короче, блин. Стол посередине комнаты стоит, и чел на нем прям сидит. Чего? Как меня могли в тумане обнаружить? Какой нахуй стол? Ну, слышали, очевидно. Ну, в комнате берем с этим, с контейнером вроде. Это не тут. Это труп. То, что я думаю. Он слева отметил. Да, чуть не задохнулись только что. Еще 15 секунд. Ты что, не видел? Видел? Блять. Да она спрыгнула и я потерял ее. Чужие мной, блядь. Ебан вышло. Бля, мы могли так легко выиграть этот раунд, если бы у нас тащер не сдох? Если бы кто-то кого-то убил просто, я минус 2 дал. Поехали, бать. Моя очередь на пульсе показывать. Чё ты? Вот смехуёчек. Ну, он реальный баш на этой мапе. Ладно, я буду каверой. Это все из тебя. Какой? Какая квартира тёти? Боже. Какая квартира тёти? Подготовьтесь к обороне
вообще за место такое? Сказочное. Нам что-то все разъебут. Take a switch. 10 секунд. Reinforce the wall. Секунд. Есть 5 секунд. Нет, дружок. Это полная хуйня. То, что ты тут предлагаешь. Так, мне главное сейчас не хохлиться здесь. Камеру врубила. Да, без этого. Из какой комнаты? О, пиздачил. Чё? Агенту. Обеспечьте оборону объекта. Противник пытается захватить ким контейнер. Помешайте им. Very interesting. Лол, охренеть. Я даже не знал, что там вообще дырка может быть. Прям налить. Где? Да забей, слишком много их. Сзади тебя снизу бежит вроде. Блять. Ну я минус 2 дал свой. Мы так ебем. Понимаешь? Я беру хибану. Потому что это пиздец. Слушай. Да я ничего. Чё? Ничего. Я просто подумал, что тут Монтана имба. Тут же узкие эти проходы. Ты просто идешь и в хуй не дуешь. Это просто мысли вслух. Определите, где есть контейнер. Ох. Они в этот, блядь. Футболист. По-моему. Ты думаешь, нам слабо камбэк не будет? А, я не хочу это говорить. Как он себя переиграл. Почему? Ну да. Такого я не ожидал. У вас еще 10 секунд. 5 секунд. Контейнер обнаружен. Захватите его. Че, идем и батих? Не, ну ночью это мапа худшая вообще, что бывает. Call, where did you get killed from? Я согласен. Кого... Идёшь это? Ебать, кого или чё? Да, я вышел там. А там стенка сломана, короче. Представляешь? Прикольно. Прикольно. Сача. Почему они до этого так не делали? Буду следить за тобой. Не надо. Раз не надо. Противник снаружи. Боится, но.
Хуяся, что было? Че? А, так вышло. Don't give a fuck. Потерялась моба. О, это уже отдыхает. Приутомился. Ты клоу, тут вроде как вообще нет никого. Или что? А вот они. Это же та комната? Да. Не пошло немного. Я снимал. Зря. Я был бы в голос, слава если бы мы въебали эту катку. Бах-бах. Так, ну на дефе сейчас пойдет. На дефе мы сильные, правильно говорю? Игорь, ты помнишь своего первого саба? Да. Ну, это я не подходит. Почему? Это первый саб. Нет, ты не саб. В смысле? Схуяли? Схуяли, а не саб. Ты что, серьезно не помнишь? А чё? Не знаю. Мы всё-таки первые там. Самые важные. Нет, не помню. Ну да. Я думаю, тот, кто был первым сабом, уже не смотрит стримы. Укрепляйте позиции. Что умер от старости. Что ты взял? Ты аж, блядь, стримить пиздец, когда давно начал, сколько лет назад было, ты чё? Ну сколько? Ну года 2.5 надо, 3. Да, 2.5, блядь. Ну чё, больше, хочешь сказать? Прошу? Конечно, больше. Больше, чем 3 года? Больше. Я тебе скажу, больше, чем 4 года. Я тебе скажу, ну около 5 лет. 5 лет скоро будет. Ещё 10 секунд. Бин фокус овер. Чё ты хихикаешь? Ну так не ощущается просто, может быть, на самом деле. Да, это же ломается. Смотри, в каком году ты появился? В 2012? Ну я с 12-го я точно стримил. Так и получается. Понятно, да. Может, 2017 уже. Да-да. Так, мне показалось, или тут был говноед в Твиче? Да, конечно, но меня кусает, по-моему, Твич. Он всего лишь хотел заринфорсить. Да как он попал вообще по мне? Че за бред? Он просто хотел заринфорсить. Тут некоторые трудности в комнате. Враг нашел хим-контейнер. Боже, этот агент просто сводит меня с ума. Блять, какая же пизда. Что ты ноешься? У меня тут ситуация такая себе. Палево, пиздец. Чего? Найс катаешь. А поподробнее можно этот момент? Найс катаем. А, лол, я понял. Враг готовит оборону объекта. Вот говнюк. Оперативник жив. А, слушай, ну... Легчайший эйс. Это третий разминочная, да? Ну, блять, это фавела ночью, пиздец. Тем более ты руинил. Вообще тяжело.